Их было так много, что они могли захлестнуть нас, прежде чем заговорило бы наше оружие. Нам оставалось только ждать. Ждать напряженно. С оружием наготове. На некотором расстоянии от поселения боевые барабаны гремели о нашей гибели. Кажется, я что-то слышал в тех кустах. Нет, не раскрывай нашей позиции. Отойди, парень. Хватит потеть от страха. Дурак. Пора. Они отступили. В укрытие и заряжай. Они не отступятся так просто. Я не знаю, как вам удалось сбежать с корабля, но здесь нет места двум командирам. Так что, если вы готовы решить все здесь и сейчас, я... Смотрите. Они собираются сжечь нас заживо. Я снаряжу группу водоносов вниз к реке, капитан. Нет, есть способ получше, чем опорожнение реки. Рольф, доберитесь до корабля. Да, капитан. Скажите им, пусть готовят пушки. С какой целью? Поселение. Они должны обстрелять наши позиции ядрами и картечью. И еще кое-что. За 10 секунд пусть дадут холостой сигнальный выстрел. Тогда мы успеем укрыться. Вы погубите нас всех, спасая от индейцев. Нет, если мы все сделаем быстро. Идите. А остальные выкопайте ров ниже уровня берега реки и ройте с тем же усердием, с каким хотите выжить. Идите за мной. Не слушайте этого задиристого крикуна, ребята. Он вас погубит. Тот, кто не будет копать, не получит места в укрытии. Пойдем. Парни, слушай меня. Он отдает приказы, будто уполномочен самим королем. Посмотрим, надолго ли его хватит. Если Джон Рольф успеет доплыть до корабля и вовремя передать сообщение, у нас все еще оставался шанс. Но в тот момент наши разногласия только уменьшали шансы на выживание Джеймстауна. Это сигнал. В укрытие.